Так, там не видно, что я в трусах сижу. Привет, друзья! У меня опять видео собиралка. Это видео обычно для девочек, но я стараюсь его делать так, чтобы было интересно смотреть, может быть, всем. Я собираюсь на данный момент на отряд самоубийц. Я очень-очень давным-давно хочу пойти на этот фильм. Как только вышел трейлер на этот фильм, я просто была вне себя, я хотела как можно быстрее его посмотреть. Не факт, что он мне понравится, вот почему-то у меня такие сомнения на этот счет. Ладно. Пинь-пинь-пинь-пинь. Можно было бы, конечно, это все заказать онлайн, но у меня нет карты. В общем, она есть у меня, но я купила новую камеру, как вы знаете, потратила все свои сбережения. Вы не повернуты на том, чтобы сидеть в кинотеатре именно посередине, по рядам и по местам. Я люблю именно середину, поэтому в жизни и ищу золотую середину. Это как-то связано между собой, но не с кинотеатром, конечно же, а именно с моим восприятием и ощущениями, потому что посередине именно обзор такой, ну просто все видно. По большей части раскупаются места именно с середины. Вопрос мой, мне кажется, неуместен абсолютно. Соседи все-таки так и не пришли. После того, как меня затопило, было 2 тазика воды, которые я вычерпала тряпкой, совком, в общем. У меня жизнь веселая. Хотите фишку? Я думаю, девушкам будет интересно, так как я сейчас такая более-менее загорелая. У меня есть хайлайтер от Inglot. Он у меня в оттенке 63. Я приловчилась его наносить в качестве теней. Я просто балдею от этого эффекта. По традиции, наверное, нужно было показать, чем я пользовалась. Новый тоник эко-косметики. Взяла крем для глаз, но он мне не понравился. Для глаз все тот же самый крем. Для лица у меня новый крем с SPF защитой 30 от Виши. Тот, кто думает, что мой канал уже давным-давно не о косметике, в принципе-то да, не потому что я поменяла контент, нет. Я также увлекаюсь косметикой, и у меня, может быть, ее не так много уже, как было раньше, но я все равно покупаю. Просто теперь я покупаю не все, что показывают на YouTube, да, и не все, о чем говорят, и не все, что модно, а покупаю именно только то, что мне нужно, то, что мне хочется, и то, что мне, может быть, понадобится. Расставляю уже приоритеты не из точки зрения там бьюти-блогеров, да, что нужно купить новинку, нужно обзор на нее сделать. Расскажите, кстати, на какие вы фильмы последний раз ходили, любите ли вы вообще ходить в кинотеатр. Ну, я знаю людей, которые не очень любят кинотеатры, больше как-то дома пытаются смотреть в онлайне. Я, допустим, очень люблю кино, именно кинотеатр, и с детства меня мама приучала к этому. Мы раньше ходили посмотреть вот эти вот индийские фильмы в кинотеатре. В памяти осталось до сих пор. Я маме благодарна за это. Будут мои дети, и я им также буду прививать это. Это, во-первых, семейный отдых. Я также приверженец того, чтобы завтракать вместе, обедать, ужинать, прогулки вечерние. Вот это вот мое. Тогда просто чувствуется, что это семья, и мне кажется, в любой семье так должно быть. Мне интересно узнать ваше мнение на этот счет, как вы относитесь к тому, что семьи есть, которые вообще даже не общаются с друг другом. В плане того, что они не завтракают, просто за любым приемом пищи можно потрындеть. Кто бы там ни говорил, что когда я ем, я глух и нем, семья — это семья. Посидеть, поржать, обсудить что-то, что кому снилось, как кто выспался, к примеру, кто как день провел. Очень забавно, это очень как-то мило даже. Вот я хочу себе такую семью, чтобы мне было приятно просыпаться, мне было приятно сидеть, общаться с этими людьми. Поэтому у меня, наверное, такой вот жесткий отбор. У многих девушек жесткий отбор, но у меня не потому, что у него должна быть машина, квартира уже готовая там или еще что-то. Мне нужно, чтобы человек не противился тому, что я предлагаю, что я ему предлагаю делать вместе что-то. Потому что я сама по себе такой вот
заводной человек. Да, бывает и у меня тоже что-то не ладится. Блин, даже когда горести какие-то, я пытаюсь это все на шутку сводить, разрядить обстановку, так сказать. И многих это бесит. Шутки, к чему, зачем, а зачем жить с угрюмым лицом? Я не знаю, вообще нужна была эта информация вам или нет. Я, в принципе-то, уже готова, мне осталось только стереть тинт. Нашла какие-то салфетки, они с запахом клубники. Я такие салфетки не очень люблю. Кто их покупал, хрен его знает. Честно сказать, я вот реально хочу себе такую дружную семью и буду стараться это делать. Ну, не зря же я так долго и стремительно чего-то добиваюсь. Но опять же, должен быть рядом все равно человек, который тебя поддерживает в этом. Пусть это как-то звучит и глупо, наверное. Мы для мужчин вообще женщины все глупые практически. Но я думаю, умный мужчина, он не считает женщину глупой, он считает ее мудрой, он готов, в принципе, сделать для нее не все, как многие там и мужчины говорят, и женщины хотят. А мужчина просто, когда женщина ему нужна, у него просто есть желание делать что-либо, даже если раньше у него этого желания не было. Я вам желаю того же, если у вас какая-то прореха в отношениях. Я желаю, чтобы у вас все наладилось, чтобы вы наконец-то поговорили, нашли какой-то общий язык. Чего вы хотите в своей семье, чтобы у вас было? В моменты, когда вы просто обнимаете человека, либо вас обнимает человек, либо вы сидите, ржете, не можете остановиться, и в этот момент вы понимаете, что вот оно мое счастье, вот к чему я шла или шел. Ради этого просто стоит жить, ради таких моментов понимания этого, я считаю, стоит идти и добиваться своей цели, не просто там карьеры, да, какой-то цели можно добиваться и в отношениях. Тогда вы чувствуете себя живыми, тогда вы чувствуете себя красивыми, тогда вы чувствуете себя нужными. Я вам этого всего желаю. Я, в принципе, уже готова. И мне уже там пишут, в общем, нужно бежать. Я очень рада, что с вами немножко поговорила. Подняла себе настроение, хотя оно у меня было нормальное, но теперь я заряжена еще больше. И надеюсь, мои видео вас также заряжают, также, может быть, тоже где-то греют душу. Спасибо вам за внимание и пока-пока. Смотрела недавно Star Wars, не Star Wars, Stargate. Почему я их путаю?